Хайо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Sonic Mania. Да. И это у нас Титаник Зона. И, походу, я забыл назвать игруху в двух последних сериях, если я не ошибаюсь. Не знаю, что на секунду... Оу, вентиляторы. Вентиляционная черепаха. Ё-моё, я понял, что это... Фух. Я понял, что это за херь, поверьте, их лучше убивать сразу. Ой, ток. Ток, меня может убить этот ток. Тихо. Бэм. Опа. Вон, пошел вон. О, ништяк. 9. Вот эту херню надо убивать. Короче... я понял. Или она сама ездит? Если да, то окей. Тихо. Объясняю, что делает эта херь. Она в вас целится, скорее всего. Начинает би-би-би-би-би-би-би и начинает убивать. Ну это как я думаю. Поэтому я думаю, в нее лучше не попадаться. Себе что лучше сделаем. Пиум. Нет. Опасно. Пиум. Тихо. Пиум. А куда мне идти? Смотри. Только я упал сам вниз. Это будет долго. Тихо. Я не понимаю, как ей пользоваться. О, ништяк. Так. Ну, пускай немножко понял, что это. Окей. Глупая макака. Тихо, щит. Обычный щит, ладно. Так, тихо. Тихо. Ой, ладно, у меня был щит. Ох, меня бы сейчас молния ударила. Тихо, нормально. Вот о чем я говорил. Тупые. Да вы что гоните? Да ты жесткий, все. Кем. Фух. Спасибо, Тейлс. Да ну нет, монетка. У вас монетка, вы что, шутите? Ой, ладно. Повезло так повезло. Тихо. Пам-пам-пам. Так, сохранился. Вот о этом я и говорил. Зажали. Минус все, что было. Ну я их заработал честным путем.
Зачем? Мои монетки. Нет, я хочу щит. Идите в сраку, дайте мне мой щит. Обычно, ладно. Поехали. Я не ожидал, что там было что-то еще. Фух. Хорошо, что у меня был щит. Но мне нужно туда. Ладно, пойдемте теперь сюда. Оу. Тихо. Мне нужно раскрутиться. Поехали. Спасибо. Нет, 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 нет. Ладно. Куда? Это была наёбка только что или что? Что или что? Пьем, 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 пьем. Да, дайте мне двигаться вперед. Пьем, пьем, пьем. Да не туда. Окей, допустим. Ладно, не допустим. Да отстаньте вы от меня с этими попрыгунками. Да. О, залетел. О, тихо, нет, 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 нет. Тихо. Нет. Ну не. Верни меня обратно. Мой 2007. Тихо. Я хочу. Я хочу вернуть себе кондишку. Ладно, будем жить без кондишки. Монетки, 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 нет. Монетки, 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 монетки. Ладно, идем. А то я сейчас сдохну. Не, я понимаю то, что они меня байтят, но все же. Бум. Пьем, пьем, пьем. Бум. Шустрей. Бессмертие. Сосать. А бессмертие тоже можно потерять, умерев в колючке. Я это тоже знаю. Ведь я в Соника проходил. Только не этого. Лучше сразу его убить, а то мало ли. Пьем, 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 пьем. А ча 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 ча. Пьем, пьем. Да. Так, тихо, мне нужно. Тейл, заткнись. О. Тихо, вверх, вверх, вверх. Уу! Босс. Нет. Нет, кольца. Ой, у меня одно кольцо есть.
Нужно его хранить как зеника ока. Что? Time over. Серьезно, время закончилось? Time over, guys. Time over. Thanks. Не-не-не, последнее колечко нужно сохранить. Ладно. Бум-бум. Тихо. Ах, там мне посрать. Готово. Нет, тихо, кольцо. Наклз просто там застрял. А что с гравитацией? А что? Просто когда гравитация работает, по сути, когда лифт поднимается, да, или опускается. Ну, в моем случае он поднимался, да, кажется. А я должен был внизу быть. Я не мог никак допрыгнуть бы до него. Ну ладно. Мои глазки. Титаник. Зона 2. Механический титаник. И там ничего нет. Бьем. Ладно, у меня еще есть две контишки. Целые две контишки. Так, что-то здесь. Ту-ту-ту-ту. Я просто должен пробегать. Окей, допустим. Зараза. Нет, тихо. Ох, не успел до меня доехать. Пьем, тут опасно. Сейчас мне и здесь времени не хватит, да? Тихо, мне нужно вниз. Готово. Ага, там дверь закрыта. Пьем. Портал, поехали. Так, сохранились. Оп. Вниз. Сюда. Ой-ой-ой, тихо, она может меня раздавить на изи. Просто раздавить на изи. Допустим. Тихо. Готово. Ого. Повезло. Допустим, сюда, поехали. Отвези меня вперед. Плюс контишка. Так, теперь в этот низ. А, не, я могу... Почему он засасывает меня? Тихо. Оп. Ага.
А куда мне тогда нужны? Ой, я попал куда надо. Я надеюсь. А че? Уча-че-че-че-че! А куча-качика! Пошел в жопу! Я не знаю, что меня ждет, поэтому я просто двигаюсь вперед. Пока что я двигаюсь немножко правильно. Интуитивно. И хотя бы эта херня не атаковала. Оп! Оп! Как тебе? Ха! Гомно ты. Он слишком быстрый. Соник слишком быстрый. Тим. Ой. Так, тихо, вниз. Вверх, оп. Пим. Двойной прыжок. Так, вверх. И оп. Пим. Оп. Ну нет, только не эти грёбаные монетки, вы что, шутите? Что происходит? Нет. Та-дэн. Сосать. Я могу лохануться я и потеряв все свое добро. Я могу просто на изи. Мне просто нужно не умирать. Все будет ок. Это были мои монетки. Тупые макаки. Я их честным путем заработал. В смысле, там дырка? Ой-ой-ой, тихо. Разве там раньше было? А? Блин, так нет, серьезно. Я бы мог сейчас заработать себе целый этот, целую жизнь. Но нет. Ты что, какая жизнь? Не получишь ты жизнь, лучше ты умрешь и наоборот потеряешь ее. Ой, блин. Тихо. Тём. Хм. Запустим. О. Даже так. Хер тебе, свинушка. Тихо. Ай-яй-яй-яй, монетки. Бум! Куинс! Хо-хо-хо-хо. Опасность. Не миновала. Ить. Так, поехали. Я не скажу, что уровень сам по себе сложный, но он такой. Все. Все. Так, сейчас должен быть босс. Как мне тебя одолеть?
Ну пока он, у него какой-то щит. Ой-ой-ой. А у меня жизни нету. Ну мне походу попасться нужно, да? Ноль колец, плес, одно кольцо. Спасибо. Угу. Тем, 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 тем. Да ладно. Да. Так, а теперь мне нужно... Давай, хватай меня, полетели. У меня есть одно еще коинс. Что здесь? Не пойму, что здесь. А, боже... Окей, допустим. Полетели. Мне главное сохранить кольца. Окей, это да, сложновато, не спорим. У меня даются три колечка. Мне нужно главное с ним. Электричество подается в Кристал Хаоса. Поехали. Спасибо за минус кольца сразу же. Мне только так сейчас нужно будет атаковать его. В смысле, он меня сразу хватает даже... Окей. Этот... Ну, такой, не скажу, что... И сильный враг. Мне нужно за время вот это его... Молниеносных ударов. Убить его. Так, ладно. Это более проще. Полетели. Блять. Как? Окей. Я знал, что финальный босс будет жесткий, но не до такой степени. Конечно, это, скорее всего, не финальный босс. Поехали. Первое это... Да, ты. Ай-яй. Ай, кольца. Ладно. Здесь легко. Пускай он прыгает, да, вот это свое. Ай-яй-яй, не успел.
Надо, чтобы он ко мне ближе прыгал. Тихо, 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 тихо. Не-не-не-не. Кольца, кольца. Фу, успел. Блин, нужно за каждый раз успевать. Босс, вот этот смысл босса я вообще не понимаю. И все, он отнял мои кольца. Все, все. И что мне дальше? Допустим, успел я, да? Ой, пожалуйста, давай без своих хватулек, окей? Ну нет, я бы мог его сейчас убить. А как? Окей, допустим. И ноль шансов. Ноль шансов угадать, что мне сделать. Нужно сохранять два тупых врага. Ну и смысл, ну вот. Все, я его не достаю. Готово. Он меня хватает, окей. А первый враг это вот он. Ну с этим таких проблем нету. Здесь, ну, просто. Все. Потом он сейчас начнет снова прыгать. Я меня не сломал? Серьезно? Давай, 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 давай. Готово. Минус одна. Хватай меня. Мы летим сейчас к этому, который с лезвием. Допустим. Первое, он херячит какое-то дерьмо. Потом он использует... Не, не дерьмо. Ладно, все. 7. Сохраняем максимум. Готово. Сохраняем как можно максимум. Сейчас он... Упади около меня, пожалуйста. Около меня, упади. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я сейчас так лоханулся. Готово. С одним. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А-а-а, коинс. Опа. Ай-яй-яй, один удар. Один удар. Не вас... Хватай меня. Один удар ему остался. О. Фух. Добро. Допустим, да? Все. Ох, сдохни, падла. Все, работник.
Наклз. Вот теперь у нас Наклз. Наклз, убегаем. Наклз! О, мульты. А мы полетели наверх. Тейлз, Соник, Наклз. Да, мы это сделали, Соник. Фух. Ну. Да, и пошли типа титры, кто создал все такое. Но. Давайте, короче, я остановлю запись, да? И если в конце что-то будет, я продолжу. Ладно, я так, короче, подумал, давайте пока оно все равно идут титры, да? Я все-таки попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр, что подписаны на меня. Ставьте лайки, дизлайки. Кому понравилось, конечно же. Комментарии не забудьте там написать. Соник, в принципе, игра нормальная, не знаю. Если оценить по 5-бальной шкале, то 4-8. Потому что были, конечно, некоторые нюансы с самой игрой, именно с механикой вот некоторые. Были некоторые баги в игре. Все-таки они находились. Ну так, игра, ну как, и обещали, типа, собрали все самые прикольные вот уровни. И уровни дизайна. Уровень игры. Ну, скажу так, качественно. В принципе, на один раз можно пройти. Конечно, это у нас не официальная концовка с вами, потому что для официальной концовки нам нужно собрать все кристаллы хаоса, которых у нас только 3. Это вот то, где гоночки мы с вами играли. Но. И тогда, по сути, если верить мультфильмам, раньше комиксы еще выпускали по Сонику X. Мы станем суперсоником. Типа, мы будем гореть в огне. И все такое. Не знаю, сейчас посмотрим. Будет какая-то касцена для намека на продолжение. Или нет. И если так еще подумать, да, то я, скорее всего, буду проходить еще другие игры про Соника. А если уточнить, то. Sonic Sega. У меня есть, допустим, эмулятор Sega игр, где, если я не ошибаюсь, 10к игр. Я могу там почистить, найти что-то годное и с помощью геймпада пройти их. Думаю, будет, типа, знаете, так лампово немного. Ха, старые игры попроходить. Вспомни детство, вспомнить былое. Хотя я не сказал бы, что и сейчас, типа... такой старый уж. Фу, все продюсеры всякие. И, скорее всего, вот взять какой-то платформер. Я сначала думал пройти мидбоя. Но дело в том, что при нажатии записи у меня персонаж просто бегал на одном месте. То есть я нажимаю влево, да? Он бежит, да, нормально, но он провисает сам по сути. Потому что он бежит просто на месте, не двигаясь. И из-за этого я думаю, типа, это немножко херово. Давайте, быстрее. Я пытался через OBS, но у меня в OBS какая-то херь с экраном. У меня получается просто... пол экрана. Вот, вот, сейчас вот, вот на камере вот видите, где мои руки, да? Вот, допустим, вот этот участок вы полностью видите, где моя вот эта левая рука. Вы полностью видите этот участок, а вот с этой стороны вообще ничего нету. То есть вы его не увидите. И поэтому я решил типа. Скоро, может быть, со временем, ну это конечно. Я не уверен, выпущу какой-то обзор на фильмец, на мультфильм полноценный. Хм, даже не знаю. В принципе, у меня сейчас в идеях очень много игр для прохождения. Вот, допустим, я думаю пройти Fallout 3.
Борода, там DLC всякие есть. Нужно тоже будет попроходить. Там много всего задумано. И плюс и уже через 2 месяца, если так посмотреть, выйдет Far Cry 5. Можно даже будет Far Cry 5 пройти. Если, конечно, не, он должен пойти у меня на компе, на моем железе. Но как он пойдет? Потому что я уже и Fallout 4 пытался, в принципе, тоже снимать. Оно снимало, но там были такие провисания после... Как ты уже, допустим, снял и решил его просмотреть. И там были провисания. Я поставил другой форматик, и... Качество херовое было. А ну-ка, и... Да, все-таки мы еще не прошли. Работяга или рабочий, как правильно его перевести. Показывает то, что у нас еще оказывается 4 кристалла. Ну ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.